Подросток, получивший травмы при взрыве на военном полигоне в Туве, вылетел в Санкт-Петербург для дальнейшего лечения в военно-медицинской академии имени Кирова. Пострадавшие на полигоне близ села Карахак Дедимо Салчак и его мама по договоренности главы Тувы с военными медиками вылетели в Санкт-Петербург 4 мая. Известно, что пострадавшему окажут высокотехнологичную помощь по профилю офтальмология. Первую помощь юноша получил от медиков республики. В настоящее время состояние Дедимоола стабильное, угрозы жизни нет. Решение о перелете было принято с учетом мнения родителей и состояния подростка. Во время перелета Дедимоола сопровождал врач из вышеуказанной академии, который будет заниматься его лечением. Напомним, что пострадавший несовершеннолетний, поэтому без согласия его законных представителей личную информацию разглашать запрещается. С момента фиксации происшествия министерствами здравоохранения, социальной поддержки и образования приняты соответствующие меры по поддержке пострадавшего и его семьи. Компетентными органами ведется расследование. На сегодняшний день у нас для того, чтобы на месте семье оказали помощь, мы связались с тувинским землячеством, и они тоже по приезду будут помогать именно в городе Санкт-Петербурге, будут сопровождать семью.